Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». И сейчас вас ждет незабываемое путешествие в мир тупости мошонок. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, зажимать колокольчик и лайкать комментарии других пользователей. Для того, чтобы данное видео рекомендовало YouTube другим пользователям. И чтобы как можно больше людей узнали о мошонках. Вот. Приятного просмотра. Алло. Артур Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Виктория, компания «Биосфера», Алтайский край. Ранее как-то обращались в нашу компанию, интересовались... Да, «Биосфера». Ранее как-то обращались в нашу компанию, да, «Биосфера». Интересовались продукцией для здоровья сердечно-сосудистой системы. У вас гипертония, подскажите? Ой, у меня, да, да. Да, гипертония. Ой, да, конечно, да. Алло, ну, да. Александр, да, вы да, говорю, для да. кого-то продукцию интересовали? Нет, для себя, для себя. Для себя. У нас, знаете, очень хороший комплекс появился для здоровья сердечно-сосудистой системы. Называется он «Биокард». Про него что-нибудь слышали? Слышал. Не слышал. Нет, нет, я перепутал с микардином, наверное. Ага. А возраст ваш могу узнать, Артур Александрович? 49. Угу. А «Биокард» у нас идет для нормализации работы сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Как раз таки регулирует давление до вашей возрастной нормы, да? А также восстанавливает сердечный ритм, предотвращая инсульты, инфаркты и, соответственно... Да, да. У меня аритмия, да. Да. Вот. И очищает ваши сосуды от шлаков, да, кровь от токсинов, тем самым повышая выносливость вашего организма и иммунитет. Был у врача, да, был у врача, мне там сказали, что в крови шлаков многовато. Вот. Статины какие-то прописали, они говорили, они шлаки не очищают, но они просто их как-то делают, чтобы они их больше не становилось, как-то так. Статины, атеровостатины прописали от шлаков. Ну, не от шлаков, а, короче, не знаю зачем. Шлаков, кровь говорят, много, да. Ага. Ну вот как раз-таки «Биокард» вот, выводит, да, вот эти негативные вещества из вашего организма, там, если сахарным диабетом не страдали? Ну, бывало иногда. Он у меня сейчас, это, знаете, в этой рецессии. Угу. Смотрите, да, то есть также очищает организм от холестериновых бляшек, да, то есть от холестерина, извести и других плотных жиров. Вот, соответственно, да, и укрепляет, очищает ваши сосуды, тем самым предотвращая образование тромбов, да, то есть восстанавливается ваша истощенная сосудистая система организма. Ну, такой полноценный, знаете, восстанавливающий комплекс. Вот, таким образом, Артур Александрович. У вас Московская область, верно? Да, Подмосковье. А вот, у нас на Московской области сегодня выделено на Москву и Московскую область 4 льготных места на нашу продукцию. Соответственно, вот на полноценный комплекс «Биокарда». Ранее он стоил у нас, соответственно, 12 600 рублей, а сейчас он у нас стоит 6 590 рублей. Вот. А что входит в данный комплекс? В данный комплекс входит 4 упаковки «Биокарда». В одной упаковке по 30 миллиграмм. У вас их будет 4, да? То есть там на 2 месяца использования. Вам необходимо отмерять, знаете, 20 капель, разбавлять 2 столовых ложечек воды. И пропивать желательно 2 раза в день, вот на голодный желудок, там утром и вечером. За 30 минут до еды где-то. Вот, таким образом. И потом у вас рецессия пойдет, соответственно... 3-4 года, да, то есть организм очистится, вот, восстановится давление, да. Сердечный ваш ритм, да, вот, таким образом это все работает, и восстановится вся эндокринная система. Туда входит более 35 натуральных компонентов, как раз-таки, да, богатых витаминами, микроэлементами, тем самым, да, улучшается эмоциональное состояние и в целом укрепляется иммунитет, вот, таким образом. У нас действует как бесплатная курьерская доставка, да, так и почтовая. Ну, почта единственная, там нужно почтовый сбор заплатить, ну, рублей 100, наверное, где-то. Так это выходит. Может, меньше, может, чуть больше. Вот, ну, обычно да. Курьером заказываете или почтой? Ну, как, я даже не знаю, как лучше, ну, почтой.
Ну, смотрите, если почтой, это вам придет... Ну, да. Если почтой, это вам придет где-то примерно через недельки две. А если это курьером, это, соответственно, где-то через дней пять. Ну, примерно так. Через дней Чтобы 5? Начали уже пользоваться, ну, да, через дней пять придет ну, вам. Ну, да, потому что эти вот эти таблетки, да, которые мне назначили, они какие-то вообще, ну, мне кажется, только хуже делают. Ну, поэтому... таблетки, знаете, они же, наверное, вам аптечные, да, которые? Ну, имеют фармакологии, да? Аптечные, ну, как, этот микардин, знаете, такой? Миокардин? Микардин, знаете, такой? Нет, не знаю такой. Ну, аптечный препарат. Я просто вот из натуральных, я не, такого нету препарата, ну, то есть... Ну, видимо, нет, в аптеке это приобретали. На этих, на всяких травах, всяких прочих, ну, экстрактах и так далее. Угу. Ну. Ну, вот сюда, в диакард, в него входят, соответственно, да, у нас это концентраты галегия, артишока, да, это кордисепс, аланин, там, аргинин, тирозин. Ну, главное, главное химии нет там, главное, там химии нет никакой, да. Главное. Нет, в диакарде нету химии, да, то есть он без фармакологических и химических добавок. Я просто ученым, химикам не доверяю совсем, они там что-то намутят. Я просто был один раз в этой производстве химическом, там берут, короче, какое-то что-то хлорсодержащее, какое-то одно вещество, другое вещество, там вообще щелочь, и их они как-то смешивают, это людям наливают. Но это как вообще? И потом у вас какие-то обострения, да, начинаются, там вроде от давления ну, пьете, у вас там, ну да. Угу. Токсины одни, ну то есть там берут кислоту, берут щелочь, их сливают, и что, ну, как это можно, ну, употреблять, вот кислота плюс щелочь, ну как это же, ну, это разъедает все. Угу, угу. Вот, поэтому Артур я Александрович, им... да, а что они там еще могут добавить, чтобы там консерванты еще какие-то? Угу. Вот, поэтому вот, ну, чисто продукты. Травы, потому что ну травы это все-таки как бы от Бога, вот, а вся химия, я считаю, это от дьявола, сатаны, поэтому только на травах, ну, все-таки ну, природа, да, такие... мать-земля. Что-что? Ну, это мать-земля, она лечит. Ну, таким образом, да, Артур Александрович, хорошо, что вы это понимаете, видите, просто есть же люди, которые на таблетки подсаживаются, да, то есть да, это все заговор. Это все заговор этих фармкорпораций. Угу. А, попробуйте сделать вам курс, соответственно, да, вот на сколько он у вас, соответственно, обойдется. Нет, знаете, упаковочки, я давайте 690. Вот, давайте без слова курс, потому что курс с английского переводится как проклятие. Вы меня проклясть хотите, что ли? А курс, а с какого вы сказали? Ну, с английского. Курс. Почему проклятие. С английского? Ну, посмотрите в этом переводчике. Посмотрите переводчик. Курс означает проклятие. Ну, смотрите, полноценный комплекс, Артур Александрович. Что смешного сказал? Если это назвать так. Что? Что я смешного сказал? Почему? Вы над моей гипертонией смеетесь, что ли? Вы думаете, это смешно? Что еще раз? Вы над моей гипертонией, что ли, смеетесь? Думаете, это смешно? Артур Александрович, я говорю о курс. А почему курс, значит... Ну, проклятие. Ад вы сказали, да? Ну, вы хотите меня проклянуть, курс. Да? А почему с английского? Я такого слова не знаю. Ну, то есть, да, если в английском берем, я просто... Тоже... Ну, напишите, курсе читается как кёс. Курс. Проклятие. Мне и так можно сказать проклятие. Что я не знаю. Бывает, иду нормально, да, потом в голове темнеет эти искры. Это все проклятие, видимо, проклял кто-то. Сейчас не нажимайте на уши.